Окей, это снова слайд. Сейчас я вам покажу Boogaloo Rolls, Boogaloo Leg Rolls. Много вариаций для первого танцевального канала. Поехали. Окей, сейчас я вам покажу Boogaloo Rolls. Роллы — это элементы, которые относятся к стилю Boogaloo. Они очень простые. Мы просто танцевали фанковый танец Four Corners. Да, Four Corners Dance. И просто отсюда вышли элементы Boogaloo Rolls, да, сами роллы. Роллы — это круговые вращения коленями. Все делается очень просто. Левой ногой, правой, левой, правой, левой, левой, правой, так далее. Вы можете делать одновременно двумя, по одному, в разные стороны. Делать туда, обратно, то есть вращение. Если делать много вариантов, вы можете с помощью роллов разворачивать свои ноги. Да, влево, вправо. Можете поставить плачевность, ноги сделать сюда. Потом обратно вверх. То есть много вариаций. Вы можете менять уровни, делать здесь ровно. Да, везде, где вам угодно, где вам нравится. Окей? То есть, если вы делаете Boogaloo Rolls, естественно, эти элементы относятся к Boogaloo, да, потому что это отчаянно. Это можно делать в любых стилях. Это обычный ролл. Окей, сейчас я вам покажу, как это можно делать в танце. Поехали. Окей, это был слайд, 10-й урок, Boogaloo Rolls, специально для вас, для первого танцевального канала. Peace.